Всем привет, меня зовут Евгений. Сегодня у нас будет обзорчик на установку линз в автомобиль Honda Accord 8 поколения. Когда-то давно я делал последний раз эту машину, ставил, не помню уже что. Ну вот сегодня будем ставить линзы Aozoom A7+. Смотрите, первый момент, который хочется сказать, это вот машина с пробегом 180 тысяч километров. Галогеновые линзы, отражатель, можно сказать, в идеальном состоянии. При этом человек приехал, у него были воткнуты LED-лампочки. Вот такие вот. Так, нет, пардон, это у нас туманок. Вот, аж первые лампы. Вот такие вот. Не знаю, сколько они там по мощности, но я думаю, что они ватт 30 максимум. И, соответственно, свет выдавал около 1000 люксов. Стеклышки тут в не очень хорошем состоянии, будут новые. Вот, собственно говоря, сама конструкция из себя представляет вот такую вот керамическую рамку. И вот сюда надо будет внедрить линзу Aozoom A7. Сразу хочу сказать, сейчас покажу. Вот, короче, линза вот у нас AMS Z7, она же Aozoom A7. И вот пытаемся ее, так, это L, это R, вот R. Уже я обрезал немножко ушко. То есть, если она вот становится туда до конца, то, как мы видим, она просто не достает даже до керамической рамки, сантиметр. То есть, и по диаметру родные линзы, они чуток меньше. Большой разницы, конечно, там нет. Ну, она есть. Сейчас вот я уже замерял Aozoom, он 80 миллиметров понаружи. Вот, 71. 71,36. А Aozoom у нас... Aozoom у нас, вот, можно сказать, 80. То есть 80 миллиметров. То есть разница по 5 миллиметров. Поэтому как бы задача не с легких, скажем так, то есть переходные рамки я не стал покупать, потому что знал, что здесь будет вот такая вот ситуация. То есть здесь надо уже дорабатывать на свои кастомные пластинки и все остальное. То есть процесс как бы творческий, какого-то единого тут шаблона нету. По крайней мере, я его не выработал, машина очень редко ко мне приезжает. Поэтому буду внедрять и покажу уже готовый результат. Так, первая примерка. На первый взгляд вроде все неплохо. Сейчас покажу вторую. Вот. На первый взгляд вроде бы неплохо, да? Ну, в принципе, я вижу... Как бы, ну, что ничего такого критичного нет, но почему-то прибор показывает, что у меня, сейчас я картоночку уберу, чтобы колесо не наехало сюда. Вот, в приборе свет показывается, что небольшой уклон есть. Что-то отвратительно камера передает это все. В общем-то, есть небольшой проворот против часовой стрелки. Надо немножко это подровнять. Хотя, не знаю, может быть и не буду. В общем, сейчас поборемся с горизонтом еще. И, в принципе, все готово. Буду собирать фары. Вот такой вот результат получился. Фары в легкой тонировке. И забирает свет примерно 50%. Ну, это хозяин сам так захотел. Поэтому на выходе мы получаем 3000 люксов с новыми стеклами. В общем, на этом все. Если понравилось видео, ставьте палец вверх. До новых встреч. Всем пока.